4, 3, 2, 1. Сейчас слизь выходит уже. Выходит зеленая слизь внутри. Отойдите подальше к боссу. К боссу отойдите. Переключились, ребят. Череп. Могу сбегать. Вот так он должен умирать. Отлично. Пёрочка. Через 7 секунд оранжевый будет, готовьтесь. Спред, возьмите спред. Оранжевый появляется. Вон он где далеко, смотрите, видите? Выделите его уже в таргет, и его уже можно как бы сразу бить, начинать. Череп. Готовьтесь, что на вас побежит аккуратно. Банки не попадаете, смотрите, куда банк летит. Ну вот, собственно, и все. И выходит следующий. Выделили в таргет, начали бить. Барки, смотрите, куда летят. Нет, не попадайте. Слизняк появился, смотрите. Сбегите, сбегите. Оранжевый выходит, смотрите. Зеленый сейчас уже выходит. Зеленый 5% это перефаст.
Вроде хорошо перевели, не должны больше появляться призмы. Сейчас все за боссом простоки, он будет у нас зеленый лужи кидать. Чтобы всю платформу не засрать. Что надо за боссом? Бэйл? Да, Бэйл. Двигаемся потихоньку. Отойди и от лужи подальше. Я не успел допить ее. Двигаемся, он колбу поставил. Я заберу на четырех. Потихонечку вперед к воде от этот луж. На четырех. Нажми сейвы все, которые есть. Я заберу до танчика. Забрал. Выходим, выходим, блядь. Извините. Двигаем. Колбы. Подальше можно чуть-чуть. Хватит. Вот. Бэр, если есть. Двигаем чуть-чуть там колбы. Ну, слушайте, нормал, что-то прям потненько. Правда, ну, девятером. Ну да, согласна, согласна. Но я могу вас поздравить, это в девятером достижение на первой неделе. Прям потненько. А пал танка тебе этот меч не нужен? Кто-то еще танковский меч хочет паролить? Или я нажимаю, мне надо?